Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители абитуриентов. Я хотел бы вас пригласить на нашу специальность, которая называется программная инженерия. Меня зовут Кощеев Николай Иванович, я являюсь заведующим базовой кафедрой компании «Мера». И мы реализуем эту программу в течение уже некоторого времени. Так получилось, что в городе мы организовали эту программу первые. И эта программа уникальна. Я сейчас расскажу, чем она уникальна и что является наиболее привлекательными, наверное, для вас моментами для того, чтобы выбрать нашу специальность. Ну, во-первых, не случайно наша кафедра называется базовой кафедрой компании «Мера». Дело в том, что в организации кафедры, естественно, первостепенную роль играла компания «Мера», которая на сегодняшний день является одной из самых крупнейших программистских компаний в России. И в Нижнем Новгороде это компания номер один. В ней работает 1500 программистов, и дефицит кадров остается очень высоким. Выбрав нашу специальность, вы получаете возможность устроиться на работу, можно сказать, в один день. И дефицит, который сейчас есть на рынке IT-специалистов, он на 100% сохранится в течение последующих лет. И то развитие информационных технологий, которое сейчас есть, оно будет продолжаться. Вы все это можете наблюдать по развитию различных гаджетов, которыми вы пользуетесь, по развитию различного рода социальных сетей, различного рода информационных ресурсов. И все это требует огромного труда программистов. Я хотел бы рассказать вам о нашем факультете, о нашей специальности и о том, что может получить человек, который пройдет этот курс, который сможет обучаться на нашем факультете и на нашей специальности. В первую очередь он получит хорошие базовые знания таких дисциплин, как архитектура компьютера, разработка программного обеспечения, естественно, очень хорошую математическую подготовку. Благодаря этому он сможет абсолютно спокойно устроиться в любую ведущую компанию нашего города, такую, например, как Мера, Intel. В принципе, он может пройти даже в Яндекс, филиал которого у нас есть. Я также работаю в компании Мера уже год, начиная с середины второго курса. У меня не было никаких проблем, чтобы пройти на стажировку, чтобы начинать работать. Работаю я в области IP-телефонии, и, соответственно, знаний, которые я получил на своей специальности, было достаточно, чтобы абсолютно спокойно устроиться и работать туда. Большинство дисциплин на нашей специальности направлено именно на получение практических знаний, которых будет достаточно для получения первоначального опыта. То есть вы сможете прийти в компанию, и вас не надо будет обучать каким-то основам. Вы будете знать, как устроены процессы в нашей области, вы будете знать, за что отвечает конкретный человек, какой менеджмент в IT-индустрии. Вы будете знать, как разрабатывать программный продукт с нуля. Вы будете знать, на какой стадии находится продукт. Вы сможете включиться в процесс, и это будет занимать не 3 месяца, не полгода. Уникальность этой программы еще заключается в том, что нам удалось собрать очень хороший коллектив преподавателей. И, как вы понимаете, в основе знаний всех студентов, которые обучаются, лежит тот опыт и способности преподавателей, которые заняты в учебном процессе. Так вот, на нашей кафедре большую часть специалистов, большую часть преподавателей составляют тренеры и эксперты компании «Мера», которые работают в реальных проектах, руководят группами программистов, работают тесно с заказчиком. То есть это люди достаточно молодые, но амбициозные,
эксперты в своей области, прекрасно владеющие английским, потому что ведут ежедневные переговоры с заказчиком, а заказчики в основном это бренды с известными именами, которые, так сказать, написаны на телефонах известных марок, которые работают в области мобильных технологий, в области разработки облачных решений. Так вот, на сегодняшний момент мы гордимся теми преподавателями, которые у нас есть, и теми возможностями, которые предоставляет наша кафедра. Дело в том, что практику студенты проходят в компании Мера с самого начала, и они могут работать в реальных проектах, то есть в проектах, которые не выдуманы, не придуманы ради упражнений, а проекты, которые реально сейчас используются и в которых человек встраивается в команду, и она работает над реальным проектом, который будет сдан тому или иному заказчику. Вот такое вовлечение в реальный проект дает очень большой опыт ребятам, и они к концу обучения могут работать в любой из компаний, которая им придется по душе. Реально на третьем курсе практически все ребята уже трудоустроены, и я могу сказать, что вот отслеживая выпуски, на четвертом курсе неработающих ребят уже практически нет. Большая проблема в том, что существует разрыв между требованиями компании и тем уровнем, с которым заканчивают студенты ту или иную специальность, близкую к IT. И между требованием компании и вот этим уровнем специалистов, которые выпускаются в основном в других учебных заведениях, существует разрыв, который каким-то образом студенты должны преодолеть сами или это делают компании за свой счет. Вот у нас такого разрыва нет. Дело в том, что вот непосредственно участвуя в учебном процессе, специалисты компании всегда знают, какие требования нужны. И, соответственно, при окончании обучения люди соответствуют тем нормам, которые нужны для того, чтобы работать в такого рода компаниях с таким высоким уровнем. Студенты голосуют за эту программу тем, что она популярна. Я думаю, что она будет сохранять свое лидерство и в дальнейшем в нашем городе. На сегодняшний момент вот конкурс и проходной балл говорит о том, что программная инженерия, которую мы создали в Высшей школе экономики, это специальность номер один. Проходной балл, конечно, высокий, 242 балла. Вот, и это говорит о том, что уровень абитуриентов высокий. Поскольку мы свои курсы и дисциплины согласуем с заказчиком, именно чтобы они соответствовали потребностям, то, конечно, студенты получают и хорошие базовые знания в области языков программирования, C++, Java, в области самых современных технологий. И к концу обучения человек способен будет работать в очень широком спектре. Это и современные системы телекоммуникаций, начиная от фиксированной связи, мобильной связи всех поколений. Это IP-телефонии, которые сейчас везде используются. Это системы, которые необходимы для разработки мобильных приложений под операционные системы iOS, Android и так далее и тому подобное. То есть мы даем студентам такие знания, которые позволят им выбирать из самых современных технологий то, что им интересно, то, что востребовано в компаниях. И, как я уже сказал, все студенты, их уже расхватывают, так сказать, к концу обучения. И если вы выберете эту специальность, то проблем с трудоустройством, с карьерой у вас не будет. И если брать за пример компанию Мера, то проекты сосредоточены на 90% – это западные крупнейшие корпорации с известными брендами. Соответственно, это большое количество командировок в интересные страны и интересная работа, молодой коллектив.
неплохого уровня зарплаты.